Так, у мамы у нас тут сырники, у Ниты ролл Филадельфия, у папы салатик, а у меня омлет и еще будет круассан. Это прям круассан, а круассанище. Это точно. Сейчас расскажу сначала. Итак, всем бонжур, мы в Крыму. И сегодня у нас первый такой полноценный день, потому что вчера мы только прилетели, и было довольно прохладно. Но сегодня мы вот гуляем, я хотела показать вам, в чем я одета. Здесь у меня вот такой очень красивый лук, который, кстати, вы должны уже были видеть во влоге, шопинг-влоге точнее. Он полностью, в принципе, сделан из H&M. Здесь юбка, которую я вам показывала, блуза, мне прям она очень нравится. Я планирую комбинировать как вместе, так и по раздельности. И также здесь такая вот маленькая сумочка моей сестры, сайта Asos, ссылку внизу тоже я оставлю. И мои босоножки, которые уже вам показывала в этих распаковках, это мохито, довольно неудобные, ну, в общем, ношу. Шляпа Личи, это прошлый сезон, но, по-моему, она еще есть достаточно скидка. Блуза, которую я вам показывала в мини-распаковке в Инстаграме, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это бренд Glamourous, покупали на La Mode, и еще до сих пор действует скидка по моему промокоду Ли Иванова 3. Она действительно действует на 15% на любые вещи, перед этим обязательно отключите программу лояльности. Шорты из новой коллекции Zara, очень удобные, мне нравится то, что они довольно широкие и удлиненные. Ремень Dior, босоножки мохито, как в прошлом образе, и сумка голубая от Манки, сделанная по прототипу от культовой сумки Prada неоновой, так что очень классная альтернатива и очень шикарный цвет. Итак, теперь мы вам сейчас расскажем, в чем секреты классного отдыха в Крыму. Нужно ехать на нормальные природные объекты. Это единственный шанс отдохнуть здесь нормально, потому что в городах, типа Алушта там и так далее... Ловить нечего. Но завтра мы идем в очень красивый музей-ресторан. Там нужно было бронировать за несколько дней. Жюль Верн называется. Если нам удастся, мы вам что-нибудь поснимаем. Вот. Но в целом самое классное здесь — это природа, и за этим всегда нужно ехать. Так, да. Очень красиво. Моя. Очень красиво, но хайлайтер.
вчера мы ходили в очень приятный ресторан. Он называется Жюль Верн. Он находится в городе Алушта и прям в 3 секундах от нашего отеля. Мне прям там очень понравилось. Правда, бронировать нужно за несколько дней вперед, но там правда очень приятные и цены, причем примерно как в Якитории, как в каких-то еще таких ресторанах, но очень красивый интерьер. Вот, и что очень советую. А это мы приехали сейчас с экскурсии на мыс Фиолент. Смотрите, какая красота. Образ святого Георгия Победоносца. И там же обнаружили икону, и там же внизу было сон 890. Быстро вам расскажу про то, что сегодня на мне. Здесь шляпа, точнее панама, которую мы купили перед отъездом в Ойша. Многим она не понравилась, но разным образом в итоге она вписывается очень круто. Платье очень недорогое из Остина, шлепки Эрме и сумка тоже из Ойша. Катере в балаклаву, это было супер долго и очень так немножко прикачало меня, укачало. Но зато мне здесь очень нравится, как именно курорт, потому что здесь многие дома выполнены в стиле 19 века, и в принципе они были построены в 19 веке, поэтому здесь довольно красиво, просто красивая такая низкая набережная. Мне прям очень нравится, ну, вроде бы здесь довольно приятно. И здесь очень много рядом классных пляжей, по которых можно добраться как раз-таки на этих катерах, там по 200 рублей, а-ля вот этот проезд, то есть и на Яшмовый пляж, то, что очень советую, если вдруг выбираете, куда поехать, если не в Евпаторию, на западный берег Крыма, то вот была главная, тоже очень мне нравится здесь. Это все видно, просто огненно-красные и горящие. Больше всего на море мне нравится, что очень много всяких фруктов и ягод растет прямо на деревьях. Это алыча. Александрой Федоровной, расположенной в долине реки Луары, и были взяты за основу прототипы французских средневековых замков Блуа, Шантили и Шамбор. В 1880 году быстрыми темпами, начиная с строительства, был заложен фундамент возведенный стен. Смотрите, сегодня на мне такое потрясающее платье, которое попало в том году в Париже. Обратите внимание именно на его кроп, потому что именно асюлуэт, трапец, видные платья очень актуальны в этом сезоне, и удлиненные, и укороченные, и с такими рукавами, но это вы уже, я думаю, в курсе, смотря мои видео. И у меня моя любимая винтажная сумочка, с которой я хочу снять в ближайшее время 5 образов именно с ней, потому что она мне очень-очень нравится. Это винтажная сумка Dior, я ее заказывала на американском сайте, и она... с удовольствием и очень быстро ко мне пришла. Вот, и старые тоже босоножки кожаные, это манго, прошлый сезон. Очень мне не нравится, потому что они довольно удобные, и их можно завязывать по любому способу, как вы хотите.
немцам, потом туркам-османам, потом россиянам, потом коммунистам, потом демократам, потом независимым украинцам, и теперь снова россиянам. Значит, гора, на отроге которой мы едем, называется Чатырдах. Шатырдах. Шатер гора. По форме похожа на палатку. Чабреца и может пятый немножко. Не знаю, сколько, конечно, передает камера. Но это правда безумно красиво, и самое главное, что это настолько аутентично и в хорошем смысле необлагорожно, мне даже нравится. Я очень надеюсь, что вам меня слышно и хорошо видно, потому что я хотела вам напоследок рассказать про то, что мы ездили в лавандовую, так сказать, рощу. Это не совсем та лаванда, которая вам представляется при том, когда вы это слышите, потому что обычно люди думают о лаванде, которая растет в полях, очень красивыми такими ровными растениями, зарослями, потому что мы были на самом деле на месте, где растет горная лаванда. И так как это всем очень интересно, в Инстаграме вы уже увидели у меня несколько сториз, я бы хотела вам рассказать, как мы туда попали. Знаете, когда вы на отдыхе, вам обязательно нужно разговаривать с местными, потому что это самая большая кладезь информации, которую только можно представить. И вот так вот за каким-то небольшим... Пардон. С каким-то небольшим разговором с одним мужчиной, который продавал пучочки лаванды возле пляжа, мы разговорились, и оказалось, что он возит небольшие такие, так сказать, экскурсии по местам, где растет лаванда. Пардон, у меня здесь совсем не было, оказывается, фокуса. Наверное, здесь я вам оставлю его внизу, телефон. Если вдруг вы заинтересованы, то я поделюсь с вами, потому что я знаю, что многие ищут. И я знаю, что в Крыму очень много, на самом деле, лавандовых полей. Но основная часть из них находится в Тургеневке. Это самое распиаренное место. Там очень много людей. И это далеко довольно-таки от южного берега Крыма. Мы, к сожалению, не смогли туда поехать из-за того, что не было в аренде доступных машин. Но, в общем, есть такая вот альтернатива. Я надеюсь, что этому Евгению будет приятно от того, что если вдруг вы поедете и скажете, что слышали это от меня, от девушки в белом платье. В общем, у нас получились такие потрясающие кадры, фотографии, видео. Я безумно счастлива, довольна. Это был потрясающий вечер. Вот, и все. Я вас очень сильно благодарю за просмотр этого видео, за лайк, комментарий, какой образ вам понравился больше всего. Стоит ли делать подобных видео чуть больше, чуть чаще в моей жизни, делиться этим, потому что мне, честно говоря, это очень нравится. Надеюсь, что также нравится это и вам. Захотите почаще, оставайтесь подольше. Я вас очень-очень сильно люблю. Пока!